идем покупать одежду вот там, чтобы из нее делать кастом. Как выглядит наш процесс? 100-150 рублей скидка. Кстати, так как я никогда не делала здесь... Стресс. Стали колени, у меня колени в дресне. Так это вообще трусы, ими жопу вытереть страшно. Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. Давай я выпрыгну. И ты такая, а впрочем... А я, мне видно же, получается, уже. А впрочем, ничего нового. Сегодня что будем делать? Сегодня будет не самый обычный контент. Мы подумали и решили, что мы должны сделать кастом. Но не простой кастом, а вещей с барахолки. Мы написали себе список покупок, которые необходимы нам для того, чтобы сделать кастом. И поэтому для начала мы пошли в магазин, где можно купить все для крафта. Я в деревушке тихой раньше жила, и как эта принцесса стать смогла. Только нужно мне узнать, так с чего начать. Мир этот ждет злобные ракушки. Ждет меня, ставьте меня в три. Мне очень сильно не хватает кофе. Кофе же есть здесь вообще везде. Допустим, прайс кофе. Мне подруги туда добавили этот бесплатно, абсолютно мыло. А зачем тебе добавили в кофе мыло бесплатно, абсолютно? Чтоб пила тварь. Вообще ничего не нашли, не смогли. Мы наивно полагали, что мы купим абсолютно здесь все и вообще сразу. И на весь кастом нам хватит, но по факту мы ничего не взяли, поэтому идем в другой магазин. А как это такое? Это типа получается так всегда, да? Мы, короче, поняли, что мы ничего не можем найти в магазинах, и мы пошли на рынок. Идем покупать одежду вот там, чтобы из нее делать кастом. Чтобы вы понимали, ты идешь по рынку, и до тебя каждый человек такой, типа, девушки, мои мечты идут, пожалуйста, подойди ко мне. Мы, честно, даже не думали, что мы дойдем до дома, и на всякий случай я постоянно снимала, у меня был как бы скрытый телефон, потому что если бы что-то пошло не так, то, возможно, это бы попало куда-нибудь в интернет, и вы бы увидели моменты нашей кончины. А смотреть, как другие люди кончают, не очень правильно. Это специалисты. Дала Маше всю наличку, которая у нас была. И мы сейчас будем скрывать свои айфоны, потому что никто не должен знать, что здесь айфоны, потому что мы идем покупать одежду вот там, чтобы из нее делать кастом. На Android и на iPhone. Выглядит все очень странно. Наушники на Android и на iPhone. 260. 100-150 рублей скидки. 550 можно? Давайте 1050. Вот такие скидки можно. 550. А можно сколько? Вот это сколько стоит? Точно столько? Ладно. Ну, самая длинная цепь, которая есть. Мы хотели купить дом медведя и сделать в него рюкзак, но он стоил 8000. Живите с этим. Я, короче, купила себе вот такую вот офигенную цепь. Пояс не хочу использовать, я хочу отрывать вот это вот кольцо, вот эту вот сетку и каким-то образом кастомить худи вот этот вот черный цвет так, чтобы было круто. А еще нарисовать на нем огни. Еще в Москве мы купили вот это. На самом деле я не про эту сумку, а про то, что лежит внутри. У нас есть ботинки. Так задумано. Это ботинки, из которых мы сегодня будем делать контент. Черный ботинок и белый ботинок. У нас несколько ботинков. Ну, то есть их всего 4, потому что каждому нужно на две ноги 2 ботинка. Но главный огонь там. Это про меня. Да, мне стало очень приятно говорить чаще такое мне. Маша, у тебя очень красивый аутфит. Мне очень нравится цвет твоих волос. Маша, у тебя макияж сегодня очень красивый. А еще мне нравится фотография, которую мы вместе сделали. Ромашки, веснушки. Я хочу здесь сделать рисунок огня. Но не простой, а тай-дай. Тай-дай — это когда можно создать рисунок определенной формы или абстрактный узор. И для этого сейчас мы с вами будем прорисовывать здесь огонь маркером. Эпичное подавание маркера. Ого, она работает. Ой, черт, оно слишком активно работает. Я сделала пятно. Маш, дай черный срочно. Ну, придется замазать пятнышко. Отлично. А сейчас мы идем в магазин. Знаете, почему мы идем в магазин? Потому что, ну, тут очень тяжело обстоятельства с ножницами. Вау. Абсолютно ничего не происходит. Просто мы идем на кассу, чтобы отрезать джинсы и футболку для кастома. Ничего необычного. История была такова. В этом магазинчике не продавались ножницы, а уже было за полночь, поэтому нельзя было купить ножницы. И мы пришли на кассу и спросили, а у вас есть ножницы? И бабуля на кассе такая говорит, есть, но я вам их не дам. А Маша говорит, давайте я вам что-нибудь залог отдам. Он говорит, нет, не дам, потому что у меня так уже много вещей поворовали. И дальше она сказала, ну если вам что-то нужно отрезать, просто несите ваши вещи, я вам сама их порежу. И мы принесли ей вещи. И это жесть. Я не знаю. Здорово.
смотрите, мы просто взяли и сделали это в магазине. Ой. На еде. Напротив мороженого. Напротив кофе. Вы вообще, мы с вас в шоке, то, что вообще нас пустили сюда. Я вообще в шоке. Ой, это круто, да? Спасибо. Девчонки, что вы говорите? Где вам там бирочку надо? Так нормально, это ковшу. Мне нужно вот здесь. Да, вот все, отрежьте, пожалуйста. А давайте познакомимся, я Маша. Меня Мира зовут. Очень приятно. Для тай-дая у нас есть очень много белизны. Ну, то есть, вот реально очень много белизны. Раз белизна, два белизна, три белизна, четыре белизны, четыре сестры. Худак. За основу рисования огня я возьму Машкины велосипедки. Это что, это твои трусы? А. Так это вообще трусы, ими жопу вытереть страшно. Отличные трусы. Отличная Маша. Маш, кстати, очень стильная одежда. Спасибо. Тебе тоже. Ну, ты вообще, конечно, без референса не обойтись. Он же так сложно придумать, вышарить. Я, короче, нарисовала этот огонь, теперь я хочу его полностью обвести вот этой вот штукой, потом обвести еще одной штукой и еще одной штукой уже вместе с пакетом, чтобы наверняка. Рабочий характер. В какой-то момент мы подумали и решили, а почему бы Маше не взять и не покрасить мне волосы, так, чтобы я не знала, в какой цвет она будет мне их красить. Ой, 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 ой. Да блин, может, это уже помочь? Какая-то шутка злая. Все, держится. Поэтому дальше будут развиваться странные события. Но я хорошо, что сняла об этом отдельное видео, потому что вы просто должны будете видеть все то, что будет происходить дальше. Ой. Руки в говне, как бы. Удивительно, что мало. Потому что пользоваться перчатками – это полезная тема. Губку. Белизна. Сделаю вот так. И с губки буду переносить на кофту. Внезапно оно получается лучше, чем я рассчитывала, потому что это реально выглядит прикольно. Кстати, так как я никогда не делала, всегда надевайте перчатки. Ждем. Просто ждем и ожидаем. Также здесь был носок, тоже с огнем. Ну а сейчас я буду делать тай-дай джинсы. Это сейчас очень модно, и мы с ними сделаем все очень просто. Сейчас, короче, возьмем эти джинсы, закинем их в ванну, разведем тай-даем. Разведем тай-даем. Мы просто льем, получается. Мы просто льем. Это... Ты чё? Ты же понимаешь, там будут просто сеткой? Типа, ну и класс, пусть будет сеткой. Ой, там немножко этот... паста зубная или какие гели для душа. Ой. Там реально сетка получается. Смотри, так и да, я же говорю, так и будет. А второй, что не тоже сетку делал туда? Кто делал сетку? Я делал сетку. Смотрите, где карманы можно залить, чтобы красиво было. Вообще не жалея, типа. Не жалей. Вот, здесь первый карман. Прям нормально зальем. Еще нужно водой залить сверху. Вот это нахаркали индикаторы. И все. Ну все, это минут на 20 точно. Мы отсюда пока уходим и делаем дальше. Снимаем, посмотрим, получилась ли моя задумка или все это было зря. Мне нравится, что она светилась как надо прям, не вот так. Не, кстати, вот это, посмотри, что стало. Хрена, а чего они такие зеленые? Знаю, а почему они зеленые? Почему они зеленые? Я хотела, чтобы они даже оранжевые были. Было бы круто, если бы они были оранжевые. Слушай, реально огонь получился. Огонь. Еще. Да, смотри, оно реально сработало. Вообще. Это охеренно получилось. Блин, реально круто. Это просто охеренно прям получилось. Прям круто, реально. Так, и моя задумка с огнем, она полностью реализована, потому что реально все то, что я хотела, оно так и есть. А еще мне зачем-то напоминает почему-то Бёрн. А еще я вспомнила то, что у меня есть костюм из мяса с Алиэкспресс, который типа тоже с огнищем. И может быть, это будет даже неплохо смотреться. Вместе с этой огненной юбкой выглядит странно, но в целом просто в этом что-то очень странное есть. Давайте посмотрим, что получится дальше. Почему то оранжевое, это зеленое? Смотри, а мы сейчас смываем, оно прям белое становится. Офигеть. Блин, а сколько можно стекать? Простите, а вы живы там вообще? Все, кидаем вот туда. Раз, два. Теперь нам предстоит самая сложная часть, потому что сейчас мы будем, ну, когда Маша уберется, блин, сейчас мы будем... Аня пришла. А почем ваши услуги? Ой, блин, даже не знаю, как на это ответить.
Ну вы, пожалуйста, ответьте. Просто покормите меня, я, в принципе, готова сотрудничать. Время адова ночь. У нас еще дофига дел, мне завтра рано утром улетать, у меня палец в крови, Машин палец травмирован от клея, мы хорошо движемся, мы продолжаем дальше. Как выглядит наш процесс? Там просто лежит хлеб, ничего необычного. И вот это. И соляная штука какая-то. Это соль-лампа, чтобы солью дышать. О, я вижу мужиков наших. Ой. А потом мы будем переводить это все на кальку, а потом переводить на наши ботинки, чтобы у нас были ботинки Кацудеку, потому что мы и есть Кацудеку. Время 1:27. В моей идеальной картине мира не в такой, но хотя на самом деле это куда более идеальная картина мира, чем у меня обычно, я бы делала это видео в течение 2 дней. Но мы решили, что нам мы должны делать это за 1 день и за 1 ночь, поэтому никто не спит, и мы бухаем энергетики. Ура, всем энергетики, пацаны. У нас на белых ботинках будут наши вайфы. У меня будет деф вот тут. У нас есть двусторонний скотч. Обмотать вот эти вот границы и налепить картинку на двусторонний скотч. Гениально. И хреначе вот сюда вот этот двусторонний скотч. Максимально гениально. Короче, мы вытащили мои прекрасные брюки. Сейчас они выглядят так, а кофта выглядит так, и мы ждем, пока оно все просушится. Это сразу красиво. Маше очень нравится. Мне очень нравится вообще, очень круто. Это мерч. Я закончилась. Маш, короче, я это снимаю. Постой, я хочу присутствовать. Его совсем не видно. Его совсем не видно. У меня есть смысл дорисовывать, типа я его не вижу больше. Его совсем не видно. На черном будет видно. На черном. На черном вообще все будет. Еще мы в 11 закончим, и на черном будет видно. Мы планировали закончить снимать видео в 23:00. Ладно, мы пытались сфилонить, у нас не получилось. Рисуем нормально просто теперь. Палитра такая обшарпанная. Прекрасный цвет. Главное, колёр не заморачивай. Да. О, все вообще легко, ребят. Да, это будет, мне кажется, ой, проще, чем мы с тобой думаем. Вот так выглядит рисование в процессе. Конечно, пока еще далеко от идеала, и вряд ли это будет достигнуто примерно такого уровня. Но что есть, то есть. Маша, как у тебя успехи? Я согласна полностью с твоими высказываниями. Отлично. Продолжаем рисовать. Камера выключилась в какой-то момент, но пока что результат таков. А это результат Машки. Убогий. Мы уже 10 раз миллионов поспорили, у кого лучше, но я считаю, что лучше у нее. Она говорит, что лучше у меня, но я ей не верю. Мне кажется, она просто хочет мне сделать приятно. Маш, кстати, ты хорошо сегодня выглядишь? О, спасибо. Да, у тебя отличный ботинок получился. Блин, точно. Так и есть, это мой аутфит. Мой мужик готов, я его сделала, yeah. Как тебе мой мужик? Очень красиво. Остался второй ботинок. Мой мужик готов, я сделала моего мужика. Мне хорошо. А еще скоро рассвет, и мы будем смотреть другие наши шмотки, которые мы та и доели, потому что к этому моменту они как раз высохнут. Идеально. Ребят, конечный вариант брюк выглядит так. Они получились просто офигенные. Я в них уже ходила гулять. И это теперь лучшие мои брюки. И это первый раз, когда у меня спросили, откуда у тебя эти джинсы. Они получились просто очаровательные. И это, блин, мне очень нравится. И вот этот вот эффект резьбы, он тоже, мне кажется, выглядит очень здорово. Единственный момент, я не поняла, то ли от стресса, то ли от чего-то еще я похудела, потому что они на мне были в упор, а сейчас туда можно спокойно просунуть руку. Это выглядит как-то неприлично, простите меня. Вот, 4:30 утра. Ну как же иначе? Ну кто мог подумать, что будет все по-другому? Ну точно я.
Вот это надо было лечь на палитру, ну надо было. Нормально все, чё. Я человек простой, я. Пять утра, нет, уже почти половина шестого, уже совсем светло. Маша просто умирает вместе с качаном. Обдристали колени, у меня колени в дресне. А еще мы обдристали ковер просто в ноль. Здесь все очень-очень bad. Ой, девушка моя, мечта, можно с вами познакомиться? Эй, девушка, смотри, как красавица так сидит. Этот изумительный кастом вдохновил меня на кастом еще одной вещи, поэтому я еще одну вещь взяла и переделала. Скоро будет происходить ситуация кастом этой сумки непонятной. Я поняла, что эта сумка уже просто захвачена, потому что я купила дополнительный брелок, одного мне было мало. Алиса, она зачем-то купила палочку. Интересно, зачем? Получается? Да, факт. Все, сейчас получится краш. Палочка, выручалочка. Я буду просто ей пользоваться. Понимаю, зачем я живу уже. Мне кажется, это сон, реально. Может быть, правда, ничего этого нет, и я просто где-то валяюсь. Two hours later. Ботинок номер один и ботинок номер два. Отличный контент. Не, на самом деле, мне внезапно нравится. Так выглядит дек у Маши. Давайте-ка мы сравним с вами. У нее арт-проект настоящий, у меня какая-то, ну, хрень какая-то. Стресс. Мы это сделали, мы это сделали! Сейчас 6:18! Мы это сделали! Да! Крыша поехала уже конкретно. Мы думали, это будет никогда не закончено. А где чьи ботинки, я не знаю. Ну, короче, надевай и померяем их ботинки наши прекрасные. Да! Сниму камеру. Да! Так, подожди. Это не санье, это я заляпала, конечно. Ты что, я это тоже заляпала? Как всегда. Этот носок, который подарил мне Маша, поэтому он на Маше. Можно я заберу эти два ботинка? Вот так мне хорошо будет, прекрасные ботинки, обожаю. Это же они оба правые. Это же... Ты рисовал... Получается, что не получится как-то... Как хорошо у нас одинаковый размер. Вообще, ну так потому... Идеально. Потом такие ботинки получились, что сказать, мне нечего сказать, кроме слов. Это было шикарно. Мы, несмотря на то, что просто убились вообще конкретно, мы занимались этим целую ночь, целый день. Мы ничего не ели, вообще просто был пипец. Еще покрасили мне башку, потому что Маша решила покрасить мне башку. Это был крутой день. Я ставлю лайк этому дню. В общем, круто. Ботинки. Да, ботинки все-таки крутые. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Посмотрите видео на канале Мармарис. Мармарис! Мармарис! Ставьте лайки, любите маму.